Еще, девочки, у нас вопрос по мужским брюкам. Если от Елены, если мужчина носит брюки под животом, как снимать мерку СТ? Как обычно параллельно полу или фактически по линии талии? То есть выводить сантиметровую ленту под живот. Значит, мои хорошие, об этом я тоже всегда говорила и говорю. Начинаем мы мужские брюки, построение мужских брюк с того, что одеваем на нашего мужчину любимые брюки. Если наш мужчина имеет животик, его любимые брюки будут находиться под животом. И мерку талии, вот здесь написано, как мы ее меряем. Мы ее измеряем по нижней части пояса. Никакого шнурка в этот момент мы на мужчину не завязываем, потому что если вы завяжете на него шнурок, он пойдет по самой высокой части линии талии. То есть мы подстраиваемся под индивидуальные особенности тела, да? И мерку талии мы снимаем там, где кончается пояс, где начинаются непосредственно сами брюки. Вот по этому нижнему, по этому верхнему шовчику для брюк, нижнему для пояса, и именно в том месте, где он их носит. Вот это наши исходные данные. Высоту сидения начинаем мерить тоже отсюда. Все начинается с этого. Я надеюсь, что вы это дочитаете. Сейчас вы обратите на это внимание. Дочитывайте все, дослушивайте, досматривайте, чтобы вот таких вот непонятных вещей у вас не появлялось.